Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе» и сегодня новости из Турции. Турция не будет ограничивать заполняемость отелей. Власти Турции не намерены ограничивать заполняемость отелей из соображений санитарной безопасности. Об этом заявил министр культуры и туризма в Турции. В ходе эфира, когда ему задали вопрос, планируется ли ограничивать загрузку объектов 50%, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность гостей, он ответил: «У нас нет ограничений по загрузке. Есть лишь необходимость обеспечивать социальную дистанцию. Будь то общественное пространство, шезлонги, столы», – ответил министр. «Общепринятая во всем мире социальная дистанция составляет 1,5 метра. Если эти 1,5 метра соблюдаются, то загрузка в отеле не очень интересует нас. Загрузка не является нашим критерием. Наш критерий – это социальная дистанция». В июне в Турции планируется возобновить работу большинства отелей и курортов. В частности, часть объектов уже начали принимать туристов. В стране был выпущен циркуляр, определяющий условия работы гостиниц. Документ предполагает регулярную санитарную обработку номеров, соблюдение социальной дистанции, а также изменение формата шведского стола. На этом все. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.